Сегодня премьера. Новая обитательница приюта для животных Сириус по кличке Альма. Собака Альма. Прошу любить и жаловать. Ну, история Альмы следующая. Собачке 9 лет. Привезли ее из Житомира. В Житомире ее местные волонтеры забрали из плохих условий. Пролечили. Вот, есть определенные проблемы по здоровью у Альмы. Я бы не сказал, что они критичные, но существенные. Вот, у нее есть сердечная недостаточность. Не в очень большой степени, но есть. Вот, глазик прооперировали ей. Заворот века исправили. И пролечили. Желающих на собаку не нашлось. Хороших рук на нее не нашлось. Ее привезли в Сириус. Приют для животных. Так что будем искать для нее хороших, ответственных хозяев. Не знаю, найдутся ли, потому что собака хорошая. К людям она хорошо относится. Есть зооагрессия, со слов тех, кто ее привез. Собственно, поэтому у себя нигде и оставить не смогли, потому что вроде бы как с другими собачками не уживаются. Ну, если других животных нет, это не проблема вообще. Вот. Ну, действительно, ко мне она отнеслась сразу абсолютно нормально, там никаких вообще проблем не было, там ни рычаний, ни полурычаний. Вот. Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы она в приюте тут не задерживалась, нашла все-таки семью. Потому что, ну, как вам сказать, ну, та же, ну, подпускает митральный клапан, да, не сильно, но подпускает. Пока такая погода, как сейчас, ничего. У собаки ни одышки, ничего, хорошее совершенно самочувствие. Летом будет жара, нагрузка на сердце больше. Открытые вольеры в приюте, ну, в вольерах столько же, сколько на улице. Особенно если еще и солнце светит, то еще хуже. Вот. И это для собаки не очень хорошее условие. Вот. Зимой мороз, ну, тоже. Если кровь недостаточно хорошо циркулирует, то могут быть сложности. Вот. А дома, в домашних условиях, эта собака доживет, там еще проживет, я надеюсь, долго и счастливо. Ну, по глазу там как бы все в стадии разрешения, потому что прооперировали, теперь нужно просто, чтобы зажило. Вот. Такая симпатичная собака. Альма. Она стерилизованная уже. Ничего там стерилизовать не нужно. Ну вот, вот очередная обитательница, друзья. 3000 какая-то, к сожалению. Так что смотрите, если вот хотите, интересуетесь, есть у вас условия, пожалуйста, связывайтесь с приютом, dogcat.com.ua, контакты. Говорите, что я хочу взять собаку, рассказывайте, почему хотите взять, в какие условия. И если все нормально, приезжайте, подписывайте договор и забирайте.